тоже. Вот, Шура, я, любой человек может взять и прочитать возвышенные стихи, допустим, своей кошке. Но она их не поймет. Мы ее бы погладили, она бы это поняла, приняла. Допустим, любая симпатичная девушка может, допустим, поцеловать дерево. Но дерево-то не надо. Она может дать ему, а им не надо. Вот так и Бог. Сейчас Он может тебе дать очень много. Лишь бы только ты смогла это получить. Лишь бы это тебе надо было. И тогда Он тебе даст. Поэтому сегодня вот Саша очень хорошо говорил о том, какая ты есть, мы все согласны с этим. И как ты живешь, мы с этим согласны. Теперь от 60 лет пусть даст тебе Бог мудрость, чтобы ты хотел именно то, что Бог хочет тебе дать сейчас. И тогда Он тебе даст, и жизнь будет продолжаться во всей полноте. За твои 60 лет, за твою мудрость, за твое счастье и за твою любовь. Спасибо. Алаверды. Шурочка, с какой радостью я шла сюда. Действительно, сегодня большой повод для радости. Потому что сегодня юбилей прекрасного человека. Шурочка, мы сюда приходим все, ты прекрасно знаешь, для того, чтобы у нас, как говорится, пройти испытание, да? И вот ты их достойно проходишь, потому что твоя душа прекрасна. Вот когда мы будем все взвешены на весах, она не будет легкой. Она не окажется легкой. Потому что ты олицетворение. Сегодня все говорили, не одна я. И вот если мы не сговаривались, а говорим одно и то же, ты истина, что ты олицетворение радости и счастья. И олицетворение жизнелюбие. Шурочка, ты умница, ты такая сильная, ты молодец. Мы очень любим тебя и ценим. И я вообще благодарна Богу, что мы с тобой таких очень интересных обстоятельствах познакомились. И столько лет... Господи неисповедимый. Да, и столько лет дружим, уже 25 лет мы с тобой дружим. Это моя воспитательница. Да, Катюша у меня была в 4 годика, да. Но мы не так познакомились. Да, очень интересно. Шурочка, поэтому я очень рада, что мы вот столько лет, 25 лет, мы вместе, рядом с тобой. И я очень рада, столько молитв у нас было с тобой совместно, что Господь слышит эти молитвы. И вот мы сегодня отмечаем эти достижения твои, что действительно Он благословляет тебя. Да благослови тебя еще Господь и далее. Пора пришла такая, когда надо расслабиться, Шура. Ты действительно перенапряглась уже. Пора пришла расслабиться и получать, как говорится, удовольствие. Вот. Пусть твои мечты сбываются. Вот они уже начали сбываться. Ты уже разъезжаешься по Европам. Это замечательно. Вот. Пусть будет и далее, чтобы у тебя были и здоровье, и силы на это, и возможности. Вот. За тебя, Шура. Спасибо, дорогая.